Да, мы замечательная команда. Пищеслав меня зовут. Мы замечательная команда, работаем вместе. Вот уже несколько, сколько недель. Вот с этим товарищем несколько недель работаем, с этой работаем пару лет. Вот, поэтому мне очень нравится. И ей, наверное, тоже. В общем, мы играем в фолк, вот, в основном фолк-рок, хотя сейчас это было похоже на кошмарный трэш. Я очень надеюсь, что это нахрен удалят, вот это видео, потому что ничего не было настроено, мне через 5 минут надо было уходить, ну, короче, так вот вышло. Приходите, когда мы будем нормально отстроены, вот, и не надо... И у нас будет больше времени. Мы были настроены настолько, насколько возможно было при отсутствии звукорежиссера. Точнее, при присутствии. Нет, он был, но он появился фактически только в последние три несколько секунд, когда мы уже начали играть. Да, но в целом это было забавно, это был очень интересный опыт, у меня никогда не было такого трэшового опыта. Ну, вот. Thank you.
Честно, ребята, это был самый большой трэш в моей жизни.